Так Фрейя королева валькирий? Она нам не говорила, и ты не говорил. Объяснись, голова, или снова чары мешают. Вовсе нет. Фрейя и правда была королевой валькирий. Они были частью свадебного дара от Одина и преклонялись перед могущественной богиней. До сего дня я даже не знал, насколько. Ну, к делу. Чего нужно-то? Выбирай, парень. Поможет в трудный момент. Носи достойно, засранец.
поможет в трудный момент. Здорово! Недостойно, засранец. Теперь иди об... Теперь можешь не осторожничать. Тебя не отхватит по кусочку. Неплохо. Теперь можешь не осторожничать. Носи достойно, засранец. Тебя не охватит по кусочку. Носи с гордостью. Это поможет в трудный момент. Впереди опробуй. Носи с гордостью.
Джин. Теперь от тебя не отхватим кусочку. Впереди опробуй. Взглянешь, уже порежешься. Вот, будешь теперь пушки крушить. Да, теперь впереди у тебя славные битвы. Покажи.
там вспомнишь меня. Взглянешь, уже порежешься. Разрубишь кого пополам, меня вспомнишь. Смотри, теперь не держи без дела. Покажи. Скорее. Отправь врагов в Хельхейм. Надеюсь, я ее взять. Клинки теперь так и поют. Завидую тому, кто попадет под удар. Как-нибудь расскажешь, кто же сделал такую красоту. Клинки теперь так и поют. Я их не обидел. Кто же сделал такую красоту? Не завидую тому, кто попадет под удар. Приноси мне их еще и поскорее. Сделал такую красоту. Не завидую я тому, кто попадет под удар.
похоже, все в порядке.
Готов. Сату и низму тутурфа. Статуи больше нет? Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Так мы правда это сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. Я бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. А ты, отец? Меня много раз пытались собрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Вперед! Что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты черной. Я вижу что-то внизу. А, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Хочешь здесь высадиться? Вон там. Молот. Что-то есть!
Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст, цел? Выдержит. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Судьба? Просто выдумка богов. Ну да, конечно. Ты истинный сын своего отца. Подадим знак. Держи стрелка. Что это? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть. Лодка кренится, я... Держу. Даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Thank you.
ведь за нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей, что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось. Вон! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О нет, мама, я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Уходи, пожалуйста. Нет, я достану до него. Прекрати сопротивляться. С твоей магией. Ненавижу тебя. Трума! Не нужна мне помощь. Так защитила меня! Я сказала, хватит! Прочь! Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю! Нет, мальчик! Стой! Нет! Нет! Атрей! Ты ранен! Дыши! Дыши! Не... Моя кровь! Что происходит? Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Он стал уязвим? Мама!
происходит? Фрея хочет нас убить? Нет. Слышишь ветер? Мы движемся. Это стрела. Вальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит, Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вон! Чувствую!
чем вы умрете, я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете? Ты молодец!